Всем привет! Сегодня я буду распаковывать октябрьский лут-кейс. Вот он у меня в руках. Он посвящен играм Mafia, Watch Dogs и GTA. И надеюсь, мне попадется что-нибудь реально интересное. Вот он тот самый момент, когда ты открываешь коробку, не знаешь, что там, и сейчас увидишь кучу всего. Ничего пока не понятно, но первое, что я вижу, это бейсболка из Watch Dogs. Так, мне как раз нужна была бейсболка, чтобы взламывать банкоматы, знаете ли. Бейсболки я люблю, и несмотря на то, что скоро зима, все равно буду носить, я часто их ношу даже дома. Бейсболки — это отлично. Но ведь это только начало, здесь еще есть и куча всего, что мне непонятно. Начну с того, что явно видно, что это такое, например, с вот этой футболкой. Футболка белая, посвящена игре GTA 5. Вот такой вот красивый арт. Очень клевые футболки в луткейсе. Ношу уже несколько месяцев, не стираются, все великолепно. Размеры всегда подходят. Спасибо им огромное за это. Так, еще какой-то элемент то ли одежды, то ли что-то еще. Причем, может быть, это сумка. Наверное, да. Так, посмотрим, что это такое. Тревор Филлипс Энтерпрайзес. Сумка большая в этот раз. Сумка, кстати, клевая, материал очень приятный. Внутри есть ремешок. Так, давайте присоединять. Все серьезно в этот раз в луткейсе, смотрите как. Мне уже попадалась небольшая сумочка, но это прямо ни в какое сравнение не идет. Вот такая штука, можно реально носить вещи. Очень удобно здесь все устроено, куча кармашков. Вот таких вот маленьких, можно ручки складывать, сюда что-нибудь положить. И здесь большое отделение, и здесь еще большее отделение. В целом, сумка приятная, я всегда хожу с рюкзаком и думаю, вот бы у меня была сумка, потому что иногда рюкзак не нужен, он слишком большой, и у меня он пустой, как правило, там лежит кошелек, ключи и планшет. А вот такая сумка подошла бы для таких поездок. Выходов в город очень и очень хорошо. Сумка крутая, посвящена GTA, Тревору. Нарисованы стволы, все серьезно, все клево, стильно. Черная сумка. Отлично, я рад, что она мне попалась. Она действительно клевая, действительно буду пользоваться. Можно как портфель носить в школу с учебниками. Так, идем дальше, давайте посмотрим какие-то более мелкие вещи. Три значка, сейчас я их распакую и покажу вам поближе. А вот и нифига, друзья, ошибся я. Значок только один, посвящен он GTA, клевый красочный значок. А вот эти две штучки, это не значки. Один посвящен мафии и один, собственно, Watch Dogs. Вот такой вот милый чиби-персонаж нарисован. Это магнитики, представляете себе, кругленькие магнитики, очень клевые. Повешу, как обычно, на холодильник. А это на шторы. Ну, вы меня знаете. Так, а это у нас что такое? Что-то я даже не пойму. Ну, мафия, понятное дело. Красивая картинка. Но что это такое? Что это? А-а-а, это обложка. Это обложка. Сюда можно вставлять всякие пропуска, карточки. Карту тройка можете поместить, по которой вы ездите в метро, если вы москвич. Кредитки какие-нибудь, что-нибудь еще. Очень прикольно. В этот раз луткейс прямо радует. Много новых разнообразных вещей, которые раньше не попадались. Еще одна маленькая вещица, что здесь я понятия не имею, но завернули очень в пупырку. Наверное, что-нибудь хрупкое, а может быть и нет. Нет, на самом деле не хрупкое. И это вот такая фигурка. Даже приближу еще камеру. Фигурка очень клевая, металлическая. Судя по всему, из мафии. Напоминает мне этот парень мафиози. Такой вот он, с квадратной башкой. Фигурки действительно клевые. Фигурки мне тоже еще в луткейсе не попадались. В этот раз прям какое-то супер разнообразие. А дальше у нас, судя по всему, плакатик. Плакатик по мафии. По мафии 2. Вот такой огромный, красочный, красивый плакат вам на стену. Очень круто. У меня все падает здесь, пока я показываю плакат. Но он реально клевый, такой стильный. И вообще... И два дядечки сверху сидят. Вот такая коробочка черная. Что там может быть? Я понятия не имею, если честно. Так. Угу. Вот такая штука с логотипом Луткейс. Так, это что, тоже для карточек? Вау! Ха-ха, сейчас приближу, покажу. Зацените, здесь вот такая вот
выдавленная надпись «Потрачено». Спасибо Лоткейсу за юмор, действительно клево. В общем, это бумажник. Сюда можно положить ваши денежки, много места в кармане не займет такой бумажник. Сюда можно положить карточки, фоточки. Сюда тоже всякое разное поместится. В общем, отделений много. Здесь даже два отделения. Прикольный такой кошелечек. Клевый, потрачено. Тратьте деньги с умом. И все равно они будут потрачены. От этого никуда не деться. В этом смысл денег. Дальше у нас вот такие вот наклеечки. По Мафии 2. Радио Лос Сантос. GTA-шная наклеечка. Наклеечка по Watch Dogs. Вот такая вот. И карточка Combat Arms. Получи набор предметов для Combat Arms. Зарегистрируй промокод на странице GameNet. Ла-ла-ла-ла-ла. Здесь сзади вот такой вот код. Вы можете получить предметы в игре. Круто. Еще и для игр что-то теперь кладут. Дальше бонусная карточка Лоткейса. Я вводил номера из прошлых. Вы получаете свою коллекцию на сайте. Можете рассматривать, что вам попалось. И получать даже какие-то бонусы. Это очень круто. Можно даже как-то там сэкономить. Карточку оставлю, код не буду вам показывать. Я уже чертовски доволен, что мне попалось в этом октябрьском наборе. Но это еще не все. И даже это еще не все. Вот такая коробочка. Подозреваю, что здесь кружка. Но, по крайней мере, по габаритам бы подошло. Да, круто, что стали их класть в коробочки. Теперь они в большей безопасности. Так, что здесь мне попалось? Здесь Watch Dogs. Вот такой вот красивый арт. Кружки, это клево. Целую коллекцию геймерских кружек можно собрать, если вы подписаны на Лоткейс. Да еще и по любимым играм. Но на самом деле каждый месяц несколько тем, и может попасться совершенно-совершенно разные вещи. И последняя вещица, которую я оставил напоследок, потому что она мне сразу очень сильно понравилась. Я удивлен. Лоткейс, ты меня очень удивляешь в этот раз. Это вот такая вот сумочка, кошелек, не знаю, что это. Мне в этот раз, похоже, два кошелька попалось, что ли. Посмотрите на этот арт. Посмотрите на него поближе. Какой клевый арт по GTA. Какая приятная вещица. Она на ощупь очень приятная и качественная. Так. О, ничего себе. Вот это крутота. Короче, смотрите, вот здесь раз отделение. Сюда можно мелочь складывать. Большое отделение для мелочи. Сейчас в России это очень актуально. Мелочи стало много. Цены возросли. Мелочь девать некуда. Лично я не могу от нее никогда избавиться. И вот так вот открывается на кнопочке. Здесь вот, видите, на кнопочке сам кошелек. Здесь вот большое отделение для купюр. Отделение для ваших карточек. Для фоток, визиток. Мне для визиток очень актуально. И вот здесь еще отделение для карточек. Спасибо, Лоткейс. Это просто было мега эпично. И вот эта вещица мне понравилась больше всего. А для тех, кто все еще не в курсе, Лоткейс — это такой сервис ежемесячных рассылок всяких геймерских кейсов, где вам попадаются совершенно рандомные вещи. Никто не знает, что вам попадется. Даже не люди, которые туда все это складывают, не знают, что вам попадется. Вы не знаете. И вы каждый месяц получаете сюрприз на определенную тему. В следующем месяце тема «Приключения». Плюс добавится еще один гик-кейс. Надо будет и его обязательно посмотреть. Там будет тема «Космос». Всякий Star Wars, Star Trek и так далее. Очень круто. Очень круто, что Лоткейс развивается. Спасибо огромное, что смотрели это видео. Пишите, что вам попалось в этом месяце. И увидимся в следующих распаковках. Пока!